у автомобиля резиновые колеса, также есть амортизаторы, оптика неводная. Автомобиль 12-вольтовый, двухмоторный. Задние фонари подсвечиваются. Выхлопная система, такие вот хромированные трубы. Автомобиль, дверь открывается изнутри. Довольно неплохой проем дверной. Также в автомобиле кожаное сиденье, мягкое, с 5-лучевым ремнем. Подсвечивается щиток приборов. Здесь у нас машинку можно завести, есть FM радио, и можно свет выбирать, музыку, мелодии выбирать. Так, здесь у нас коробка вперед-назад, педаль, газ, отпускаете, она же тормоз.